Ну что, пацаны, всем здорово, с вами я, Панамера. Это новый ролик по Триксу. Короче, пацаны, взял сейчас 5000. Ну, поднял в одном месте, там, одну иную сумму. Уже раскидал долг такой неплохой. Но не скажу, где. Короче, настроение сейчас более-менее. Из-за этого поднялось, получается. 5000 депнул. Но если что-то здесь получится тоже, также попрошу вас поставить лайк. Давайте покупать бонуску сразу за 1000 монет. Ну, естественно, а как же нет без этого. Попрошу вас поставить лайк перед началом, подписаться на канал, если еще не подписаны. Промик будет на 100 активаций плюс 20 на 100 лайков под этим видео. Возможно, это даже премьера этого идет. Возможно, нет, но не суть. В любом случае, промокод будет на 100 лайков в моей телеге. Телега находится в описании, в закрепе. Подписывайтесь, приходите на стримы, которые каждый день. Играем на Триксе, играем на других различных сайтах. Рофлим, угораем, прикалываемся и так далее и тому подобное. Также ссылочка на Трикс есть в закрепе. Кто не в курсе, в разделе бонусы, при первой авторизации, регистрации. О, кстати, нормально. Может, так сказать, до 100 рублей в день, халява. Поэтому, кто не в теме, можете зайти, забрать, зарегаться туда-сюда. Почему бы и нет. Ну, нам желательно сделать хотя бы x2, пятерочку, плюсануть и с кайфом. Ну, чисто окупиться за предыдущие там пару выпусков, грубо говоря. И будет неплохо. Правильно, правильно. Я прав, Триксыч, или не очень? Так, ну 45x уже поинтереснее. Блин, если бы плюс спинчика было вообще хорошо. Так, вторая попытка на плюс спинчик не удалась, хорошо. Ну, ничего хорошего нет, но да ладно, 49x, блин, тут ничего, но x1-то мало. Че, x50 опять, что ли? Или умножение? Умножение. Блин, без шансов, к сожалению. Ну, давайте купим еще одну. Короче, немножко запись прервалась, но не суть. Покупаем еще одну бонуску за косарик, давайте. И смотрим, что она нам выдаст. Реально. Ну, блин, ну плюс спинчик я бы дал бы хоть раз. Что за бред-то? Походу опять минус. Ну, пока не так сильно прям минусует, но... И не особо-то и какие-то задатки на плюса были, если честно. Опа! Подождите. Опа! А вот это неплохо уже. Вот это уже начинается интересное. По крайней мере, я на это надеюсь сильно. Если сейчас он дает 10к, я забираю их. С кайфом причем, максимальным. Красное. Блин, на красное ничего не было. Плохо. Ну ладно, еще 3 спина. Опа, еще спинчики, подождите. Сейчас может быть что-то вкусное быть вполне, я не удивлюсь. Ну, вот примерно про это я и говорил. Примерно вот про это. Конечно, если он еще перемножит, я был бы вообще на 7-м небе сейчас от счастья. Вот если это вообще перемножило даже на 3-4, это все. Габелье. Давай. Так. Ага. И x686. Ну, оправдалось. Вот скажу так, честно. Не, на самом деле я просто ничего не, до конца не сознаю. Вот так могу сказать. Просто я еще не отошел от того заноса, который занес до этого ролика. Поэтому сейчас... Сколько это? Подожди, x600. Сколько денег? 9300. Ну, давайте еще одну бонуску куплю. Вдруг она x2 купит и нормально даже вообще будет прям хорошо. Опа! Подожди, уже полностью окуп. Просто x2 нужно и все сейчас. И вывод. Блин, если бы сейчас было зеленое, это было бы очень много. Ну ладно, еще не вечер. Может еще что-то это. Да x200 надо просто, да и все. Я не жадничаю. Хотя Триксыч подъел побольше, конечно, объективно. Но все равно. Так, 25, ну малова. Все. Вопросов нет, Трикс. Все, красиво, вопросов теперь точно нет. Как и просили, 11к. Все, я вывожу. Вот такой ролик получился, кому понравился. Если что, да, не забывайте, что у Трикса новый домен, .promo теперь. Ссылочка оригинальная есть у меня в закрепе, в моем телеграме, чтобы вам не попадались всякие фейки и так далее. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока.